Всем привет, дорогие друзья! Мы с мастером Кваном находимся в Академии государственной техники Тхэквондо Куккивон. Здесь сегодня собралось много людей, и возможно, что мы увидим дан тест, собственно говоря, аттестации на черные пояса. Кивоне происходит следующим образом. Все получают личные номера, которые потом будут соответствовать данным сертификатам, точнее пункт сертификата. И сразу же сдается вместе с личными данными еще фотография, которая в электронном виде заносится в личное дело, которое опять же потом оказывается в данном чине, то есть в сертификате на ПУМ, на черный пояс, детский черный пояс в данном случае. Сначала идет техника кибон-дончак, это базовое перемещение, базовые удары руками, базовые удары ногами. Потом бумсе, то бишь формы классические. И дальше мы перемещаемся вот в том направлении за моей спиной, и там уже дети сдают спарринг. Вот так это происходит в Корее. Народу сдают очень много, большими потоками. В общем, смотрите, сами все увидите. Ровно 7 лет назад я был вот на этом же самом месте, и вот висел такой же точно замок на дверях. В общем, музей Куккивон снова закрыт, но зато хоть аттестацию посмотрели. Всем привет из Южной Кореи, город Сеул, Куккивон, Академия государственной техники. Здесь один из первых плакатов Тхэквондо 1971 года. The National Sport Тхэквондо. Ну, в общем, история практически, вся история Тхэквондо на этих стенах. Причем каждый год основанным кинопокатом. Ну, например, на этой фотографии изображено строительство Куккивона. 72-й год, 72-й, 71-й. Начинается строительство, началось 19 ноября 71-го года. Дальше другие различные плакаты идут. И самое забавное, что здесь вот прямо возле туалета первый фотография официального первого чемпионата мира по тхэквондо. Ну, в общем, так вот начинается отсюда. А так здесь ребята готовятся к экзамену, сейчас экзамен идет в Куккивоне. Все очень по-семейному, спокойно. Самое главное, что нет агрессии. Друзья, мы находимся в центре Куккивона, и так случайно получилось, что друзья в Фейсбуке находятся вживую. Я очень рад представить мастера, который является одним из вице-президентов Куккивона. И он немножко скажет пару слов о том, какое мероприятие проходит здесь сейчас. This event is promotion test. From first time to third time, Korea Taekwondo Association. This gentleman is charging this event.
Japan. Also, I'm working here now. Okay? So almost finished. This is the last test. Сегодня в Пхеоне проходит мероприятие официальной аттестации всех школ Южной Кореи, и нам любезно предоставилась возможность посетить это мероприятие и посмотреть его с самой главной трибуны, где сидят самые уважаемые персоны сегодняшнего дня. Камсамнида. You're welcome. Камсамнида. Спасибо большое. Дорогие друзья, в Пхеоне закончился экзамен на первый и второй дан Кумы черного пояса по тхэквондо. Конечно же, экзамены в России и Санкт-Петербурге сильно отличаются от того, что я увидел здесь. Ну, во-первых, отношение к детям совершенно другое. То есть никто сильно не напрягает спортсменов юных. Никто на них не давит, не требует каких-то очень больших результатов. Все улыбаются, относятся к этому немножко снисходительно, мягко говоря. Ну и технику ребята выполняют, конечно, так себе. Максимальный уровень, который я здесь увидел, конечно, ну, на переводе на наш, ну, наверное, зеленый пояс, может быть. Да нет, пожалуй, зеленый. Были несколько человек, конечно, которые очень хорошо выполняли и удары ногами, и кунсе, и спарринговали. Но в общем огромном количестве, конечно, их было очень немного. Я думаю, что такая схема позволяет больше открыться детям, она не зажимает их в какие-то рамки и, возможно, в следующем дает возможность лучше себя выразить в данном случае в тхэквондо. Это лично мое мнение из того, что я увидел. Потому что корейские спортсмены, конечно же, выигрывают много турниров, и, наверное, происходит не просто так. Еще один момент, тот, что, конечно, огромное количество спортсменов. Огромное количество. Сегодня будет аттестация только тех школ, которые находятся в Сеуле. На стоянке нет свободного места ни от частных автомобилей, ни от автомобилей школ тхэквондо. Очень много спортсменов. Огромный выбор. То есть селекция проходит, конечно же, просто такие громадные. Ну, а как же бывать в Сеуле и не проездить на сеульском метро? Ну, сейчас спустимся вниз, посмотрим, как это происходит. Мы купили карточку с помощью мастера Хвана. Выглядит она вот таким образом. Но все, в принципе, как у нас. Ну что, пойдем покатимся. Вот. Метро Сеула очень современное. Везде реклама различная. И двери мне очень нравятся в метро. Вот, собственно, вот за этими дверьми едет поезд. Они открываются одновременно вагоны, двери вагона, и мы заходим. Ну, в общем, полный хай-тек. И если бы я не знал, я бы, наверное, быстро-быстро пробежал это место и даже не понял бы, что здесь ездят поезда. Кёнбокгун. Сегодня пройти внутреннее помещение дворца у нас, к сожалению, не получилось, потому что время закрытия. Уже 5 часов, скоро дворец закроется, поэтому мы погуляем снаружи. Если вы захотите посетить дворец Кёнбокгун и немножко сэкономить, возьмите в аренду традиционный костюм корейский. И тогда не с центрального, а с бокового входа вы пройдете за совершенно очень небольшие деньги. А без костюма посещение вам обойдется весьма дорого. Но, в принципе, оно и так дорого, порядка $20. Но, видимо, есть что посмотреть, потому что людей тут
много. Но мы двигаемся дальше. Сразу за моей спиной дворец императоров, а с другой стороны мы видим резиденцию президента Южной Кореи. Очень красивое место. Смена человека, который стоит в будке и управляет движением автомобилей, длится 20... Тусиган. Два часа. То есть 2 часа он стоит в постойке смирно и управляет автомобилем. Потом его сменяет другой. Но достаточно тяжелая работа. Все на ногах, на ногах. И вокруг, кстати, очень много ребят в черных пиджаках, похожих на... Ну, на людей в черном, соответственно. Очень много охраны. Помимо официальных, обычных полицейских. Поэтому стоять долго, снимать и разговаривать при этом, ну, не очень сильно рекомендуется. Поэтому мы не стали этого делать, а просто решили прогуляться дальше. Тут все достаточно близко. Вот в той стороне дом президента Южной Кореи, ну, как бы его центральный офис, что ли, или резиденция. А с другой стороны, так называемый Йонмугван. Йонмугван – центр обучения полицейских специального назначения. Ну, как бы бодигард, то, что называется, телохранитель. Центр обучения телохранителей. Все рядом. И в очень живописных горах, ребята. Красиво. Все, что касается офиса, резиденции и так далее, все, что связано с корейским парламентом или корейским президентом, ну и тем более местом, где тренируются телохранители и специальные, скажем так, войска, достаточно серьезно охраняется. То есть я недавно только что прошел мимо человека с металлоискателем, ну как это называется, который металл ищет на земле, то есть щуп. Ну, есть такое ощущение, что все-таки опасность близости с Северной Кореей здесь чувствуется. Она не чувствуется, когда мы были в Куми, в Кёнджу, все-таки это подальше от Сеула. А в Сеуле, ну, вот в этом, во всяком случае, месте ощущается некоторая напряженность. Ну, может быть, это связано с тем, что очень большое количество каких-то специальных людей в специальных черных костюмах присутствует вокруг. Вот. То есть такое ощущение, что попадаешь на какой-то фестиваль людей в черном. Очень много. Я старался их поменьше снимать, они периодически влезают в кадр, но тем не менее их здесь много. Вот. То есть как будто ловят кого-то. Или опасаются.